Ну, слушайте, вся Турция – это бывшая Армения. То есть вся эта огромная Турция со всей своей Каппадокией, Анатолией, там, Анталией, со всеми делами – это все была Великая Армения. Но, тем не менее, знак креста возвышается над этими людьми. И они не могут быть мне совершенно безразличны, потому что имя Божие наречено на них – это библейский народ. Народ библейский, древнейший, первый принявший крещение там, среди народов мира, так сказать, христианство, как религию всей страны и прочее, прочее.